Добрый день, уважаемые садоводы. Вот хочу вам показать, как я планирую бороться с птицами следующим летом в саду. В этом году они меня достали крайне. И у меня желание терять урожай абсолютно нет никакого. Оно не жалко, если бы он съедался этими же птицами. Он же не съедается, а в основном портится. Вот такая упаковочка, коробочка. Все красиво. Я вам сейчас хочу показать марку этого прибора. И хотелось бы узнать, кто из вас уже пользовался когда-либо таким прибором для борьбы с птицами, и какие у вас были результаты. Возможно, из моих подписчиков или читателей канала YouTube, страниц ВК «Одноклассники», возможно, кто-то уже и использовал его, и хотелось бы узнать, насколько он эффективен. Вот такие две колоночки, очень легкие. Два кабеля. Сейчас сторонку убираю. Хорошая упаковка пришла. Доставка Яндекс. Ничего не рекламирую, мне это не нужно. Ну, тут вот 12-вольтовый адаптер есть. Вот так вот выглядит. Ну, и вот сам прибор. Вот так вот он выглядит. Вот его марка. Опять же, никакой рекламы, мне это не нужно. Просто хочу знать, насколько его эффективность. Изначально я отказался от приобретения биоакустических отпугивателей, потому что мне шум в саду не нужен, ни соседей не пугать, да и мне саму неприятно, когда будут утухать различные там имитаторы птиц или еще кого-то. В общем, обратно все в коробочку складываю и жду, как говорится, ваших отзывов. Возможно, кто-то из вас уже пользуется или пользовался. И насколько был эффективен этот прибор. Спасибо всем за внимание.